Через несколько дней после поражения, вы можете в это поверить? Через несколько дней после так называемого поражения, они это не признают, все эти люди. Вы только посмотрите на них. Все это по воле Господа. Вот мои болельщики, мои ребята. Потому что Бог для меня главнее всего. В Писании сказано, стремись к Царствию Небесному, и тебе воздастся сполна. Взять хотя бы этих людей. Они пробежали несколько километров только ради того, чтобы увидеть чемпиона и познакомиться с ним. Он атакует. Али пропускает сильный удар в челюсть. Али отступает. Похоже, этот удар потряс его. Мухаммеду Али приходится вести дистанционный бой, если он хочет измотать своего противника. Ведь он является местным чемпионом. И еще никому не проигрывает. Али выглядит несколько смешно, но, похоже, ему не до шуток. Дело в том, что его правый глаз почти совсем заплыл. И вот Али в нокдауне. Это всего лишь четвертый нокдаун за всю его боксерскую карьеру. Ранее его посылали в нокдаун Сонни Бэнкс, Генри Купер, Джо Фрейзер. А вот теперь этот 12-летний паренек Гусудин. Болельщикам это кажется невероятным. Я люблю тебя, Бангладеш. Я люблю тебя. И я люблю вас всех.